Чувашии появится клуб экспертов. В его состав могут войти все, кто неравнодушен к тому, как развивается республика, видит ее перспективы и, главное, хочет сам принять участие в реализации интересных проектов. Первое заседание уже состоялось. Гражданское общество планирует обсуждать в открытом формате все важные события, происходящие в регионе. Представители инициативной группы провели пресс-конференцию в Национальной библиотеке, где подробно рассказали, чем будет заниматься организация и почему назрела необходимость в создании подобного сообщества. В информационном поле превалирует так называемый негатив. Да, то есть все плохо. Что бы ни происходило, все плохо. А так ли это на самом деле? Вот для этого нужны профессиональные экспертные оценки тех людей, которые специалисты в той или иной области. В эпоху интернета люди в большинстве своем получают информацию в сети. Живое общение уходит на второй план. Клуб экспертов предлагает обсуждать животрепещущие вопросы открыто на дискуссионных площадках. Услышана будет любая точка зрения. Профессионалы же дадут оценку происходящего. Мы большое громадное сообщество, которое имеет массу различных мнений, суждений, оценок. И вот с этими мнениями, оценками надо учиться работать. Без эмоциональной находки, без предубеждений. Участниками разговора обязательно станут и представители органов власти разных уровней. Ведь в конечном итоге все они так или иначе участвуют в принятии важных для республики решений. Мы взяли за пример работу Государственной Думы, потому что при каждом комитете создан экспертный совет. То есть любое законодательство, которое сейчас происходит, проходит через Госдуму, оно проходит именно экспертную оценку. Это общественники, политики, экономисты. Следующая встреча экспертов запланирована на начало декабря. Татьяна Трофимова, Татьяна Раевская, Александр Петров, Республика.